Всем привет! Меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Друзья, вам ничего это не напоминает? Скажите мне, пожалуйста. Да, вы не представляете, спустя полгода мы реабилитировались. Отошли, немножечко подостыли. Это Рич Маквуд, если что. И готовы снова столкнуться с гением. Ну, с моим гением, это, во-первых, гениальный вам привет. И с гением большого... Кто он такой? Большой... Кто? Ре. Брат. Я не знаю, о чем ты говоришь, но... Биг Ре. Нет, я просто хотел по-другому это произнести. Видите вот это, да? Да, сейчас готовьтесь... Вот что я хотел сказать. Вот так. Знаешь почему? Потому что я надеюсь, ты услышал отчаяние и боль в моем вопле. Как-то я вижу. Ты услышал отчаяние и вопль в моих ушах. У меня отчаяние и боль точат сейчас. Вот. От твоего крика. Я надеюсь, до Бигра это тоже докатилось, и у него там немножко все закровоточило. Но, друзья, это не дроппер. А-а. Вы не угадали. Это, друзья, у нас Welcome to Mario Sprint PvP Beta. Начинается. Все, поехали. Давай, надо начинать. Не-не-не, одно единственное задание у нас — это победить своего оппонента или забить до смерти. Перевод на с английского языка может быть по-разному тут. Я, конечно, изучал английский, но не все идиомы знаю. Наверное, так. Ну, это избить еще означает. Бит. Победить или избить. В общем, выбирайте сами, что вам больше нравится. Одно правило — не разрушать и не ставить блоки. Автор Бигре! И ресурс-пак сделан тоже Бигре! Графику на быструю, в общем, пауэр-сейвер, да, дистанция, вся фигня. Нам это ничего не надо, да. Мы крутые вообще. Дальше нас не пустят. Your game mode been updated, сказала мне игра. Ничего себе. Мне, кстати, тоже. Это нужно ввести код. Чтобы все было честно. Reset! Давай вводить. Зеленый, фиолетовый, зеленый. Полное. Фиолетовый, да, это фиолетовый в этом мире, да? Ну а какой этот цвет, по-твоему? Вот это вот. Черти какой. Ну, фиолетовый. У него, наверное, свое название есть все-таки. Да что ты так боишься-то? Бигре на тебя не нападет. Он это создал и ушел. Он как злой. Ну да. Ну и этот рычаг мы уже знаем с вами. В общем, он заводит всю машину. Поехали. Еда и шлем. Шлем. Шлем — это важно. Шлем — это самое основное, мне кажется, в этой игре. Hi, this is me, Mario! Hey! Go home, Mario! Ты усатый. Mario, I'm gonna win! Конфетки всякие. Еще. Думаю, пригодятся. А я не знаю, пригодятся ли. О, смотри, конфетка называется стейк. Другая — мороженое роу чикен. У меня яблоко. Вот это в руке у меня яблоко. Прикольное. Красивое яблоко. Комната предметов. Это, видимо, предметы... Еще дверь за собой. А, я должен, наверное, был рассказать вообще, в чем здесь смысл, друзья. Да. Спасибо тебе за то, что ты мне подсказал, что я не дорассказал информацию. Mario Sprint — это карта, на которой вы будете играть в гонки. Помните игры Crash, Mario Kart, что-то еще было такое похожее? Вот примерно это у нас тут и будет происходить. И здесь, например, ускорение и прыжок. Но прыжок, он срабатывает только через какое-то время, да, я так понял? Да нечего. Прыгаешь, и все, и нормально. Не, ну он баф на тебя бросает, не сразу. Посмотрим. Да не сразу. Не, у меня не сразу, вот только сейчас сработало. Значит, у меня будет преимущество. Ускорение тоже прикольно. Хотя бы по высоте. Скорость бешеная. Вот я сейчас... Я тут жаловался, что машинок не будет, но с таким ускорением, да. Да. Ничего нам не надо. И предметы здесь, которые нам будут попадаться по пути... Лук со стрелами, ну просто лук со стрелами, что тут еще такого сказать. Зелье скорости на 25 секунд. Это мне напоминает ту игру, которую мы недавно играли, тогда, когда мы разносили друг друга в клочья.
пам-пам. Пам-пам. Зелье невидимости. Но... Нет. А, ты все равно воняешь. Че, мухи? Не-не-не. Не хочу. А, по мне попало, нет. Фу-фу-фу-фу. Будем вдвоем с тобой теперь тут с ума сходить. У тебя есть этот эффект? Он у меня всегда с собой. О, боже мой! Так вот, что делают эти грибы из Марио. Теперь я прекрасно понимаю все, что здесь должно происходить. Окей. Опять грибочки. Блин, а как, насколько это... Ух, прошло. Прошло, все. Но у меня еще есть. Не надо, не надо. О, пожалуйста. Ух ты, потемнело все как. Ну, а я теперь хожу как черепаха. Ха! Вау, сразу скример такой. Ускорение себе дал. Где ты? Да я ничего не вижу. У тебя одни усы летают, по-моему. Слепота. О, вот это прикольно. Ты где там? Прыгаешь, наверное, да? Не-не-не-не-не-не. Зачем ты это мне сделал? Слушай, у меня дискотека. Я видел. Попробуй. Ну и кидайте это, чтобы распространить шары. Ой, ой. Прям на себя. А, нет, только не эта фигня. Ты в ней или я наступил в свой же эффект? Нет, мне кажется, сам ты себе и устраиваешь приключения. Нет, меня тошнит, и я ничего не вижу. Это отвратительно. Хватит. Все, у меня все закончилось. Все, у меня все закончилось. Я не знаю, что на тебя там накидал. Я слеп на 15 ближайших секунд. Спасибо тебе огромное. Буду ходить по надстеночкой теперь. Ничего не вижу. Ладно, это такое дело. Ребят, давайте приступим, наверное, да? Гонка. Подожди, номер один, сейчас, гонка сейчас, номер еще два. Разочек. А, да. Где? О. Уи-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 и
Варио. Теперь пока. Все, мы закончили. Теперь пора. Ну что, поехали? А где твой шлем? Шлем. А что такое? Я не знаю, у тебя тоже пропал куда-то твой шлем. Видимо, он что-то дает, но... Когда мы приближаемся к этой Марио Амагонавин, да, по-моему, нам... типа. Коробке, да. Окей, ладно, лучше не будем к ней приближаться. Готов? Марио! Может быть. Ну, кто макароны! Его знает? Ну, давай. Спагетти! Поехали. Блин, меня забрали все мои предметы снова. Козлы какие-то. Смотри, так, что здесь. Вернуться Start, обратно set. В комнату, начать сбросить. Три круга надо пройти, кстати. Нажмите Tab, чтобы смотреть количество кругов. Окей. Куда, правда, бежать? Давай выглянем просто сейчас пока. Аккуратненько. Подожди. Наверное, по берегу. Да, потому что вряд ли берегу? Надо. Ну ладно, узнаем. Я думаю, нас направят. Буду на это надеяться. Ну что? Начать! Почему я какой-то летающий? Я увеличил. 3, 2. Ух ты. Ну а где? А, я понял. Нет, я не понял. Фейл. Да. Мы разобрались. Ты готов? Я готов. Вот сюда надо было бежать. Два молодца. А где мое ускорение? А вот все. Не, ну мы... Ух ты. Ух ты. Ой, а что мне говорилось, что туда надо бежать, если не туда? Я что-то подобрал, а вот что? Ух ты. Я был убит магией. Что? Я был убит магией. Это я какую-то фигню подобрал, и тебя, видимо, зацепило. Убило магией. Ну, твои проблемы. Это самая странная смерть, которую я вообще ожидал здесь. Хоть бы что-нибудь поконкретнее было. Убило магией. Вот это для тебя будет сюрприз впереди.
Я надеюсь, я до него хоть доберусь. Ну, попробуй. Так, сейчас, сейчас потихоньку мы учимся. Ух ты, кораблик. Он дошел до него, да? До кораблика, да? Вот это, что я и кричал. Там же ж платформа для прыжков есть, поэтому вот... Я не знаю, я внутри. Внутри плохо, тут бежать вообще отвратительно. Так, ну дорожка куда-то ведет. Тут прям секреты всякие, ты смотри. Да? Ты секреты нашел? Воу. Мне их никто не пока... Ух ты, что ж ты за это мир-то такой? Так. Мне стрёмно вообще. Я бегу. О, я тебя хотя бы вижу. Где-то там. Магия-растворитель. Мою жизнь растворитель. Нажми на то. Что, всё? Не мешай бежать. Не-не-не-не-не, сейчас все будет. Уверен? Так, а где звук двигателя пере... Отлично. Ну, такого-то я быстро догоню. Так. Это если что, я ускорился. Да? Это у тебя так ускорение работает? Да. Примерно вот так работает мое ускорение. Чтобы его никак на платформу не могу попасть. Прыжковую. У тебя как там дела? Какой круг хотя бы? Один круг, смотри, уже сделал. Ну, я решил бежать назад. Что? Чтобы тебя встретить. Что? И как вдарить. Ух. Я насобирал всяких штук интересных. А где ты их собираешь? Ну, вот эти вот штуки, которые, типа, вопросительные знаки. О, я хоть чуть-чуть, да, и уже есть немножко. Которые Ама Марио, Ама Гонавин, или там Ама Вариор. Я не уверен, что конкретно он говорит. Вариор. Ама Хасала, может быть, он даже говорит, я не уверен. Но я уже прошел два круга, если что, друг мой. Ну, ничего страшного. Ну, у тебя вообще как... С качеством нормально, не тормозит там ничего. Не-не-не. А то я. Все замечательно. Слава богу, почти. Будет заслуженная победа. А, так значит. Ну, это я уже не знаю. Как оно у тебя получится? Так, и. Ну! Все было идеально. Да ладно. Это ты про себя, да? Ты впереди меня! Нет, не может быть такого. Какого черта? Нет, такого никогда не было. Какого черта? Нет, такого не может быть. Какого черта? Нет, это все вранье. Тебя обманули. Кто-то нагло врет. Тебе. Не, мне так кажется, я где-то позади там. Да. Нет! Да что? Я в какой-то паутине запутался еще. Что с тобой происходит-то? Подожди, а я что, финиш пропустил? Нет, ты финиш не пропустил. Я назад побежал. Тебе бы добежать до него. Ну что, друг? Я мог выиграть. Развернулся обратно. Не, братуха, не мог. Я там ускорение нашел. И все равно я был бы первым. Ну ладно. Не, ну это было весело, как минимум. Прикольно. Понял, братан. Слушай, я так быстро бегал, что для меня теперь вот это обычная скорость перемещения. Фигня, да, на самом деле. Слушай, я недавно, правда, в магазине встретил двух чуваков, которые друг с другом вот так вот имена и общались. Слышь, братан, иди сюда. Да ну, братуха, это слишком дорого. И стоят такие прям. Я думаю, сейчас подойдут ко мне, как ко мне обратятся. Еще как-нибудь. Ну ты меня обогнал всего лишь на 50 чего-то там. На 50 мегаметров. Да, мегаметров. Я тебя обогнал. Ну, ребят, я думаю, на сегодня все. Мы много там в интро делали. В следующий раз обязательно будет. Оставим ваших комментариев. Давайте скажем так. Пишите. Нет, Ама Гона Вин. Ама Гона Вин. Че он разговорился-то так? Спокойно, Марио. Слушай, может, это попугай Марио?
Не знаю, Барио. Это кто-то точно не наш. Попугай Барио. А, и у нас здесь еще 2, 3, 4... И все. 4, да, 5 и 6 скоро. Поэтому в следующей серии, возможно, мы сделаем 2 и 3, а на закуску оставим 4. Или сделаем 3 выпуска. Посмотрим по времени, короче, ребят. В любом случае, пишите ваши комментарии, пишите ваши пожелания. А на этом мы закругляемся. Со мной сегодня... Участвовал в мегагонке Рич Маквуд. Все будет. I'm gonna win. Меня зовут Марио. И мы здесь закончили. Пока. На самом деле ты на Микки Мауса больше похож этим голосом. Ну, у Марио в одной из игр был именно такой голос. Ладно, скажу по-другому. Меня зовут Марио. И мы здесь... Это, по-моему, голос Биг Рэ, по-моему, прорвался во мне, да, в какой-то момент. Но сейчас ты больше похож на сантехника. Че у нас сантехника вызывали? Я надеюсь, я не в другой фильм попаду, где приходят сантехники. А ты с немецким акцентом. А я как немецкий акцент делать? Подскажи мне. А я знаю, что я... Сантехника Нихтеншвайн вызывали? Нихтеншвайн, это ты, по-моему, сказал что-то вроде «не свинья» или да, что-то. Да, да, типа того. Но я пытался использовать настоящие немецкие слова. Это первые вещи, которые пришли мне в голову просто, что я могу сказать. Ладно, такое длинное прощание. В общем, друзья, меня зовут МД Рамон, и мы здесь закончили. Пока.